Привет, друзья! Продолжаем вас знакомить с работой инженерных подразделений армии России и используемой ими военной техники. Опубликованы кадры работы российского одноковшового войскового экскаватора ЭОВ-3523 производства компании «Эксмаш», принятого на вооружение в 2012 году. Экскаватор ЭОВ-3523 предназначен для механизации земляных и погрузочных работ при оборудовании позиций, районов расположения войск и районов развертывания пунктов управления. Экскаватор ЭОВ-3523 размещен на шасси КАМАЗ-53501 и имеет улучшенные характеристики в сравнении с существующим экскаватором ЭОВ-3521М. Экскаватор оборудован климатической установкой и имеет систему защиты кабины шасси от повреждений ошибочных действий экскаваторщика во время установки рабочего оборудования. На экскаваторе используется гидравлическая система немецкой фирмы Bosch Rexroth, и он может комплектоваться сменным рабочим оборудованием, предназначенным и для других работ. Объем ковша экскаватора 0,8 кубометра, максимальная глубина копания 5 метров, высота копания 8,6 метра, высота выгрузки грунта 6,1 метра, радиус копания 8,5 метра. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.